Добрый день, компания «Мой Мерсин». Меня зовут Неля. Сегодня мы с вами приехали в район Соли-Ак-Денис. Будем смотреть квартиру премиум-класса, которая подходит под гражданство и ВНЖ. Наша квартира состоит из 3 спален, гостиной и отдельной кухни. Также 3 санузла, ванная, джакузи. Наш комплекс состоит из 3 блоков. На территории комплекса есть бассейн, очень зеленая зона, парковка, охрана. Наша квартира находится на 11 этаже, блок, который находится за мной. Пойдемте посмотрим квартиру. Мы с вами поднялись на 11 этаж. На этаже 2 квартиры, обе квартиры 4-комнатные. В квартире газ уже имеется, активный. Проходим. Мы с вами зашли в квартиру, посмотрите, какая прихожая. Она сразу задает тон квартире. Квартира премиум-класса, напомню, подходит под ВНЖ и гражданство. На входе у нас есть видеодомофон. Далее справа у нас гостевой туалет а-ля турка. Все выполнено в едином стиле. Фурнитура, ручки везде у нас одинаковые. Очень, кстати, красивые. Далее проходим, у нас с вами коридор, большой шкаф под вещи, много очень полочек. Давайте здесь посмотрим. Здесь также, скорее всего, обувница под обувь. Далее с вами пройдемте. Мы с вами, как всегда, начинаем слева направо. Слева у нас коридор, откуда идут все спальни. С левой стороны также у нас есть хозяйственные такие шкафы под стиральную машину и полочки, допустим, для бытовой химии. Далее также шкаф для какого-то либо оборудования, не знаю, ведра, тряпки и тому подобное. Прошу обратить внимание, фурнитура очень приятная, знаете, ее прям красиво. Далее по коридору у нас с вами санузел еще один с душевой кабиной, раковина, унитаз. Посмотрите, как все выполнено, в каком стиле, в одном едином выдержанном. Посмотрите, обратите внимание также на потолок зеркальный, очень красивый. Ну, очень большой санузел, сделано все со вкусом. Проходим прямо и попадаем с вами в родительскую спальню. Тоже посмотрите, пожалуйста, какая она большая. Просторная, очень даже, я бы сказала, наверное, квадратов 16, это точно. Из спальни у нас есть гардеробная, давайте посмотрим. Гардеробная, тоже смотрите, очень красиво все. Шкафчики, очень много шкафчиков. Раздвижные двери. Да, вот, смотрите, обратите внимание, вообще как здорово. Да. Так, теперь закроем. И пройдем с вами санузел. Посмотрите, здесь у нас санузел. Он именно такой. Чем интересен? А в Турции бывает это не так часто. Ванна, джакузи. Тоже санузел больших размеров. Раковина, шкафчики. И обратите внимание опять на фурнитуру. Везде в едином стиле. Все красиво, стильно. Все по цвету. Пройдем дальше с вами. В нашей спальне, в родительской, есть еще технический балкон. Давайте выйдем, посмотрим. Вид у нас на бассейн и на соседние комплексы. Как видите, здесь нет такого, что окна в окна. Довольно-таки большие расстояния, воздуха очень много, так скажем. Также у нас, смотрите, на балконе есть аварийный выход. Здесь тоже такая, знаете, кладовочка, можно устроить. Очень много места. Так, закрываем с вами. И давайте пройдем дальше. Пошли. С левой стороны заходим, у нас первая детская комната. И здесь у нас есть также немного корпусной мебели. Видимо, мальчик был, смотрю по плакатам. Да, окна у нас выходят на восток в данной комнате.
Спальня, наверное, тоже 13-14 квадратов будет. Большая, хорошая, просторная. На стенах у нас обои на одной стороне, на другой стороне краска. Пойдемте дальше. Также обратите, пожалуйста, внимание, датчики на движение. Есть по всему коридору, по всему периметру. Заходим во вторую детскую спальню. Ну, данная спальня, видимо, для девочек. Потому что, судя по цвету стен и обоев розовые, здесь жила девочка. Также у нас окна выходят на восток, то есть на восход. Пойдемте дальше. Далее мы с вами давайте зайдем на кухню. Кухня у нас здесь отдельная от гостиной. Кухня большая, Г-образная, очень хорошая. Здесь у нас осталась, как видите, варочная поверхность, вытяжка и духовой шкаф. Все очень качественное. Обратите внимание, опять же, на фурнитуру. Везде у нас доводчики. Раковина с видом также на восток и на соседние комплексы. Все сделано очень со вкусом, выдержано. Посмотрите, также раздвижные двери здесь у нас есть, что можем закрыть. Открывается. А сейчас с вами давайте пройдем в гостиную и уже с гостиной выйдем на балкон. Так, заходим с вами в гостиную. Посмотрите, какая она большая, просторная. Напротив меня зеркало. Этим оно еще больше увеличивает комнату. Очень светлая, хорошая гостиная. Также раздвижные двери. Фурнитура мне прям очень нравится. Все в едином стиле, красиво. Обратите внимание, как сделали хозяева. Также где-то частично обои, зона телевизора. Далее стены покрашены. В этой квартире, ну, немного косметический ремонт. Только покрасить стены. В принципе, остальное все качественное, хорошее. Обратите внимание, я думала, это окно. Оказывается, зеркало. Очень красиво смотрится, необычно. Окно, которое у нас выходит на южную сторону и на соседние комплексы. Отсюда также видно море. Есть. Вот, район развитый. Рядом все в шаговой доступности. Школы, садики, магазины, салоны и тому подобное. Теперь давайте посмотрим балкон. Так, мы с вами вышли на балкон. Посмотрите, какой он большой. Ну, квадратов, думаю, 10-12 он есть. На балконе у нас газовый котел активный. Вот, здесь можно, пожалуйста, или организовать столовую зону, или вот как уже есть просто качель, зона отдыха. Вот. Вид у нас здесь также есть на море. Джамма остекленения. Можно полностью все открыть и любоваться морем. Море здесь примерно, думаю, километр, не меньше. Мы с вами посмотрели большую четырехкомнатную квартиру, район Соли-Ак-Денис. Район чем славится? Именно своей инфраструктурой. Во-первых, здесь все новые дома, старых домов нету. Школы, садики, магазины, салоны, транспорт, все в шаговой доступности. Если вас заинтересовала данная квартира и вы хотите узнать более подробную информацию или записаться на ее просмотр, пишите, пожалуйста, по указанным номерам. Большое спасибо за просмотр видео. Ждем вас на нашем видеоканале. Пока-пока!